Всероссийский конкурс «Самое благоустроенное поселение России» проводится с 2000 года на федеральном уровне. Итоги подводит Министерство регионов. Критериями оценки служат показатели благоустроенности и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований. В престижном конкурсе не раз принимали участие и муниципальные территории Ленинского района. В октябре Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в очередной раз подвело итоги и определило лучшие города и поселения Подмосковья за 2012 год. Поселок-совхоз имени Ленина отметил в этом году юбилей – 95 лет со дня основания. За это время он рос и развивался. Особенно преображаться населенный пункт стал в последние годы. Возводятся многоквартирные дома и социальные объекты, например, детский сад «Замок детства». Большая работа проводится и в плане благоустройства территории. В прошлом году рядом со школой установили уникальную детскую площадку. Этим летом ее расширили. Пруд, некогда заброшенный, обрел вторую жизнь, став уютной зоной отдыха и местом проведения праздников. В начале осени детворе подарили необыкновенный парк с зонами для малышей и ребят постарше, любящих активно и весело проводить время на свежем воздухе. В престижном региональном конкурсе «Самое благоустроенное поселение» совхоз имени Ленина уже дважды принимал участие и дважды становился победителем в своей категории. Критериев оценки много. Кроме благоустроенной территории, баллы начислялись за наличие образовательных и медицинских учреждений, работу центров культуры и спорта, содержание и ремонт жилого фонда. Неудивительно, что поселение и в третий раз завоевало титул самого благоустроенного в Московской области. Но признание самих жителей гораздо дороже. Я в восторге. Я с таким удовольствием сюда приезжаю. Вообще прекрасно. Все очень нравится, комфортно. Вот сюда заходишь и попадаешь в какую-то такую атмосферу, ну, ухоженности. Мне даже нравится, что когда я говорю кому-то, где вот ты живешь, я говорю, живу в совхозе. У них сначала глаза еще совхоз-то есть такие. Вот. А мне нравится, что вот именно слово «совхоз». Очень комфортно жить, нам нравится, хорошо, самое, очень чисто. Очень красиво, мне очень нравится. Я люблю свой поселок, он самый лучший. Когда люди тебе улыбаются, когда люди все здороваются и понимают прекрасно, что они хотят, что они живут здесь, там, и им комфортно, в этом и есть основная заслуга. Сейчас ожидается решение Федеральной комиссии конкурса «Самое благоустроенное поселение России», участником которого совхоз имени Ленина стало впервые. А этим летом поселение приняло участие еще в одном конкурсе Министерства жилищно-коммунального хозяйства и получило диплом высшей степени в номинации «Самый благоустроенный дворик». 48 поселений участвовали в этом конкурсе и оценивали, много показателей вошло, чтобы оценивать. Оценивали высадку кустарников, детские площадки, ухоженность территории. Работа над созданием территории социального оптимизма продолжится. В планах строительство бассейна, новой школы, улучшение инфраструктуры в целом. Честно говоря, мы раньше даже думали отсюда когда-нибудь перебраться куда-то. А сейчас да, уже друзья наши уже думают о том, что продавать. Единственное, о чем думаем, может быть, просто жилищные условия улучшать будем, то есть увеличить площадь, еще что-то, а отсюда уезжать вообще не хочется. Раньше стремилась в Москву, хотя Москва недалеко. Сейчас абсолютно мне не хочется. Пусть мне даже удобно, что Москва рядом, а вот здесь вот уже не Москва, это абсолютно не Москва. Здесь очень комфортно, красиво, а главное, удобно детям. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».